джентльмены, сегодня вечером в нашей программе юбилей выдающегося артиста, горячего красавца, моего земляка Григория Лепса. Каждая грузинская фамилия, она имеет значение. А. Вот скажи, пожалуйста, что означает твоя фамилия, настоящая? О, брат. Только рюмка водки. Вы конкурировали одно время. Ни в коем случае. Никогда, никогда. Никогда нет. В жизни. Такого я его даже не знал. Что ты умеешь готовить? Все. Абсолютно? Такой гостеприимный. Вот мы собирались как-то прекрасно, да? Столько еды было, он ничего не ел. Да. Это, а Бабкина даже с собой забрала. Мужчина раз в сутки должен спотеть. От велосипеда, от любви, не знаю, спотеть. От любви? А что такое? Ты хватанул, братан. Натали, удали мои печали. Сколько у тебя детей, ты так сказал, что четверо. Четверо. Всего лишь? Но ты сейчас молодой жених у нас. Уже занятый, но не зарегистрирован. Не знаю пока. В субботу на Первом.